И всем здорово, чуваки! Сегодня поиграем еще одну крутую игру космическую под названием Колонейзер. Нам дается 15 минут, и мы должны, так сказать, как видим, я собираю людишек, и я должен, короче, найти новое, так сказать, пристанище для наших людей. Получается, чем больше я спасу людей, тем будет лучше. Как видим, различные нужно будет планеты нам необитаемые открывать. Так, я спускаю, как видим, дрона. Он сейчас, короче, оббежит и проверит, имеется ли тут водичка там. Как видим, у нас воды тут на этой планете нету, так что нажимаем букву С. И у нас, как видим, на планете имеется теперь водичка. И она пригодна для житья. Как видим, я выбросил туда наших людишек. Сейчас я еще соберу с земли людей и заполню нашу планету. И вот в чем суть этой игры. Нужно за 15 минут успеть больше заселить, так сказать, планет. Ну, больше людей, чтобы у нас спаслось. Так, эта планета, я вам скажу, весьма такая большая. Прикольно, кстати, сделана игра. Я только вот, честно, не помню, это 2D, что ли, игра. Да, скорее всего, 2D-шная. Прикольно, кстати, сделана. Так. Садимся. И, как видим, я полностью заселил нашу планету. Смотрите, они там даже домики построили. Офигеть. Так, давайте я соберу быстренько наших людишек. И будем сейчас изучать еще одну какую-нибудь планетку. Так. Здесь, как видим, все уже заселено. Так, а здесь у нас что имеется? Смотрите, какие-то инопланетяшки живут. Офигеть! Вот это прикольно, кстати, сделано. Ну, скорее всего, она, значит, обитаемая. Так, вот это ихняя база, скорее всего, нужно ее сейчас быстренько замочить. Так, какие-то пираты, как видим, на этой планете обитают. Так, и скорее всего, она должна быть пригодна для жизни, раз здесь какие-то чувачки живут. Так, давайте попробуем сейчас высадить людишек. Так, дрона сейчас спущу, на всякий пожарный его проверить все. Мне кажется, здесь все имеется. Да, смотрите, тут она полностью пригодна для жизни. Это вообще очень круто. Так, спускаем наших людей. Возвращаемся и делаем всю ту же систему. Блин, игра мне, кстати, очень это понравилась. Она тоже находится в стадии разработки. В раннем доступе. Вот. Так что она прикольненько сделана. Так, давайте еще спустим людей. Так, по 300 человек мы пока что можем брать. Вроде бы там можно будет потом увеличить наш корабль. И мы сможем брать побольше людей. Так. И все. Вроде бы полностью заселил планету. Так, возвращаемся и сейчас соберем еще людишек и полетим, короче, куда-нибудь подальше. Так, давайте проверим на всякий пожарный тут. Да, все заселил, больше не могу людей сюда спускать. Ну куда, давайте вниз слетаем. Вот эту на желтую такую херовинку, что это такое? Ух ты, а это у нас, чувачки, солнце, тут опасно вообще. Так, давайте вот сюда наверх тогда слетаем. Вот тут большая какая-то планета, очень интересная. Так, спускаю дрона. Хоть бы тут было бы хотя бы более-менее обитаемое. Как видим, у меня вообще воды, кстати, нету. Это вообще хреновенько. Она вообще полностью необитаема. На нее надо все ресурсы просто тратить. Это просто жесть какая-то. А это что тут у нас?
Какая-то металлическая планета, что ли. И очень-очень интересненько. Так, вот еще одна планета, кстати, с этими инопланетяшками. Опять обитаемая планета. Вот это нам очень повезло. Так, ломаем их башню эту, как сказать, штаб, самый главный, с пушкой. Блять, ёб твою мать, нихера, тут смотри, сколько кораблей их. Так, все, и все, как видим, планетка готова для обитания. Кстати, планета совсем маленькая. 300 всего лишь-то человек туда влезает. Ну ничего, мы сейчас полностью на всю, так сказать, на весь космос расселимся. Так, собираем людей. И летим обратно. А, как видим, я еще так несколько человечек высадил. Теперь она полностью, как видим, это заселена нашими людьми. Так, давайте вниз слетаем, поглядим, что тут у нас. Так, вот это что за интересная такая планета. Так, давайте высадим какого-нибудь человечка. Ах, смотрите. Походу, тут она необитаемая. Наш человек сразу умер. Так, давайте вот сюда зайдем. Мне интересно, что тут у нас вообще имеется. А, тут, смотрите, покупка. Покупка андроида. Починка. Так, увеличение корабля. Отлично, смотрите, я теперь могу 600 брать человек на борт. Тут покупка вот этих всяких ресурсиков, так сказать. Вода, вся вот эта херня. Блин, давайте тогда... Так, отличненько. Так, давайте тогда еще купим, скорее всего. Денежки у нас имеются. Вот это еще возьмем. И вот это возьмем. Как видим, мы пушку улучшили. Отлично просто. Смотрите, какой у нас мощный корабль стал. Итак. Куда нам бы... Вот. Давайте вот эту планету посмотрим. Высаживаем нашего дрончика. Сейчас он изучит планету и посмотрит, что тут у нас, какие ресурсики имеются. Игра, кстати, очень простая в управлении. А, тут только у нас... Растения, так понял. Так, давайте тогда водичку. И воздух. Так, все, людишек высадил. Можно лететь обратно на нашу планету и забивать полностью наш космолет этот. Так, давайте с этой планеты возьмем. А они, так понял, походу не размножаются. Или чё? А, давайте обратно посаживаем тогда их. Я-то думал, они будут размножаться. Нам нужно лететь, получается, обратно на нашу землю ту. Тут, как видим, они вообще бесконечные людишки. Да, все понял. Наша же земля, получается, это через 15 минут взорвется. Так, 900 человек, офигеть. Вот это мощь. Так, сюда вроде бы... Так, тут вроде полностью, да, планета. Что-то я подумал, что тут не хватает. Так, давайте... Вот тут нам нужно дозаполнить. Так, сколько тут человек получается? 600 человек будет жить. Нормально. Так, поехали дальше. Какую-нибудь сейчас планетку еще откроем. Ух ты, смотрите, какая зеленая планета, очень интересная. Ну, давайте дрона спускаем, он сейчас прочекает быстро и посмотрим, что тут вообще имеется. У нас 5 минут осталось. Посмотрим, что мы за 5 минут, сколько... Блин, опять, смотрите, планета такая
только растения здесь имеются, так воду и воздух спускаем и заселяем нашу планету. Так, тут тоже 600 человек только может обитать. Так, летим обратно к нашей земле. Так, блин, не туда. Ух. Так, собираем наших людей. Быстренько. Так, такое ощущение, что они куда-то все деваются. Люди, блин, кончаются. Так. Вот, синие точечки, как видим, мы уже заселили. То вообще так нормально, вам скажу. Так, все. 840 еще человек у нас имеется. Нужно открывать срочно новую планету. Так, а вот это что за планетка такая? Давайте человечка одного сюда спустим. Опа, а что такое с ним? Просто упал, так сказать, и нифига не показывается. Походу, там тоже необитаемая планета. Ух ты! Опять нашел, смотрите. Планету пиратов. Вот эти планеты всегда обитаемые. Очень круто. Блин, игра, кстати, вообще прикольная. Пишите в комментариях, если вы играли в эту игру, нравится вам она или нет. Но она сделана, я вам скажу, очень круто. Несмотря на ее графику, она вообще прикольная, кстати. Очень-очень интересненько, так сказать, в нее играть. У нас осталось 3 минутки. Ой! $200 у нас имеется еще. Мы скоро даже можем обновить свой корабль. Так, нужно быстренько собирать людей и заселять нашу планетку. А, напишите еще в комментариях, сколько вам удалось, так сказать, спасти людей. Я не знаю, сколько у меня удастся. Блин, ну это что за такая планета? Смотрите, динозавров. Охренеть. Просто можно. Вот это мне, кстати, нравится, вот эта система, когда мы нажимаем пробел и, получается, так сказать, спускаемся в планету так. Тут прикольно, кстати, сделано, вот эта херовина, мне очень нравится. Подлетаем к планете, как видим, и вылетаем из нее. Вообще прикольно придумано. Так, нужно купить нам что-нибудь, чувачки, еще. Так, покупаем дрона вот этого. И все подряд, скорее всего, будем покупать. Чем больше, тем лучше, так сказать. У нас осталась целая минута, минута 40. Так, дрончика еще купим. Так, у нас еще $100 имеется. Ладно, короче, нужно быстрее нам людей заселять. Тогда вот эту планетку я хочу, чувачки, все-таки изучить она, потому что очень большая, здесь очень много людей влезет. Так, как видим, все, эта планета, чуваки, обитаем, отлично. Это очень крупная планета, тут походу 900 человек нужно. Так, еще нам нужно слетать на землю, захватить людишек. Ну там, смотрите, такой космический корабль тоже прикольный. Блин, плохо, что его нельзя брать, он походу покрупнее будет, чем мой. Так, отлично. Вот те еще и нижние планеты, правда, блин, не изучил. Осталось у нас 30 секунд, и, скорее всего, я успею только, может быть, еще одну планету какую-нибудь изучить, и все на этом. Наша планета, так сказать, погибнет, Земля. Но я весьма так неплохо изучил новых планет. Так, давайте вот эту планету изучим, посмотрим, что тут у нас. Фиолетовая такая какая-то планетка. Так, тут у нас почти все есть, кроме растений. Так, садим наше растение и высаживаем наших людей.
И, как видим, наша земля взорвалась. Мы спасли 5610 человек. Вот такие вот дела. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Ну и всем пока.